В начале учебного года сразу несколько новых дошкольных учреждений района примут первых воспитанников. Дошколят ждут в муниципальных детских садах в Булатниковском сельском поселении и в частном саду «Созвездие» в Видном. Его строительство уже завершено, а сейчас идет благоустройство территории и наполнение помещений мебелью, инвентарем и игрушками. Продолжение темы в репортаже Татьяны Акимовой. Взглянув на здание и территорию дошкольного образовательного учреждения «Созвездие» в 6-м микрорайоне Видного, с трудом верится, что его начали возводить всего 10 месяцев назад. Яркие игровые площадки, необычно в виде крепостной стены веранды, спортивная площадка и клумбы радуют глаз. Да и само здание – это не просто бетонная коробка, а вполне пригодный для приема воспитанников детский сад. На данный момент полностью закончены строительные работы, завершена отделка. В некоторых группах стоит мебель для дошколят, в других рабочие заканчивают сборку кроваток. Зрители и актеров с нетерпением ждут в музыкальном зале, в спортивном пока работают художники, а вот на кухне готовить можно уже сегодня. Учреждение будет все для развития детей с ясельного возраста. Предусмотрено даже обучение компьютерной грамотности. Накануне открытия детский сад посетила итоговая комиссия. После осмотра всех помещений была поставлена оценка «отлично». За этот год было принято нами приблизительно, может, на один-два ошибусь, 14 детских садиков. И мы считаем, что этот детский сад самый качественный. Проект просто великолепный. Значит, видно даже вот по групповым помещениям, что они на детях не экономят. Вот материалы применены самые лучшие и качество достойное. Этот детский сад по праву можно назвать дошкольным комбинатом. В учреждении будут воспитываться и обучаться 285 юных горожан. Из них 150 мест дается в район. Увидеть созвездие во всей красе видновчане смогут совсем скоро. Торжественное открытие детского сада запланировано на 1 сентября. Татьяна Акимова, Алексей Ильин, Елена Кошелева, Видное ТВ.